4000 человек смотрит, как этого лысого попускают. 4000 человек смотрит, как попускают одного лысого человека. Ты Майнкрафт в этом году планируешь пройти или ждешь 1000 видосов по твоим смертям? Ой, блядь. Маслори, можешь хлопнуть его, а? На то, что этот пи***ц нарезает мои поражения с Яшей. Сука, там где я с Яшей борюсь, ни одного видео нет. А там, где Яша меня побеждает, нарезает. Забаню, нахуй, хлопну его тоже. Забаню чела. Я пройду Майнкрафт на изи. Просто надо сесть раз вот так плотненько и пройти, и все. Не, просто я что-то сказать. Если победишь, скину 10к. О, вот это. Так, сейчас, братишка, все. Все, десяточка сейчас попрет. Побежали. Ой. Страшно. Тихо. Так забавно за этой шизотарей наблюдать. С одной стороны, школьники, которые Цимарвил смотрят, у которых айки. А, Барвил! А с другой 30-летний Калкалыч, который мозг с кончей слил в унитаз. Тихо. А ты откуда сказать, вот ты перечислил два типа? А ты под какой? Ты мне расскажи о себе. Ты, кстати, знаешь, почем пердит плющ? 10к за 10 секунд пердежа. Блять, прикинь, а? Твою твой мать, меня убила машина. И жрует скотина. Сука! Блять! Мразь, ебаная! Я тебя смотрю, и на стримах, и на резках. Почти 10 секунд. Человека убивает машина, плющ, которая двигается со скоростью 2 да метра в час. Плющ. Твою плющ. Мать! Сука, создатели игры говна поели, я их матерей вот сюда приводил и спрашивал, как у них день прошел. На тебе, на, плющ. На тебе, урод. Понюхай. Это мой так называемый дифлофос. Ты умер как женщина, сука, сражался как лев. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по CS2 — Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Бан. Бан, бан, бан. Бан. Смотрите, я думал. Я даун, я даун. Нормально. Ничего страшного. Шо? У меня нет... Ладно, давай не будем сейчас это обсуждать. Женщин, давай, ну, как бы, тему женщины мы ее, ну, стороной обойдем. Что-то давай про позитивное пообщаемся, о моем киберспортивном стиле, плюс-минус, что-то такое. Сейчас вы будете... Боже! О, как же ты заебал, сын материи! Иди ты нахуй, скотина! Ой, боже, сука, какой бред, а! Ой, мутанты, как же заебало меня! Что это?! Я хочу фотки видеть всех тех, кто в зомби играет. Чтоб все, кто играет против меня в зомби, скидывали свои фотки. Фотки кидают свои.
Я посмотрел, честно сказать, пару штук. Мне хватило, я все понял. Да, да, там серьезные ребята, вот. Там против них вообще даже напрягаться не стоит, смотря. Вот. Еще ж написал, трепещи перед тобой, победитель. Скажи, пожалуйста, зачем ты насрал людям за внешку предъявлять енота? Вообще лучше не надо. Возьми уже себя в руки, червяк, и перестань сливать школьникам без масла. Подожди, сейчас, стоп. Вот тут ты не прав, потому что сейчас... Все, продолжай. А то я не понял, ты запятую забыла, я поставил. Шо ты там? А? Если ты играть не умеешь, я чё? Я тебе чё? Если ты нуб, как я тебе чё сделаю? Если ты играть, у тебя, ты не чувствуешь игру вообще. Твой персонаж и ты — это два разных человека. Почему ты так играешь, как женщина? О, приехали, Банько. Ну, это мимолетный ход. Здесь, видите, да, не повезло. Ну, типа, я упал там, где не надо. Место дислокации человека, оно явно не там, где надо. Все. Это вообще быстроходка. То есть, по факту, это не считается. Не, реально, действительность. Вот эти все, кто смеется, дебилоидов, забаньте, типа, что тут ничего не было смешного, тут печальная ситуация. Кари-тиги-змей, выходит из жопы моей и твоей. Вот это вот интеллект всех, кто смотрит Marvel, DC, вот они. Типичное вот это вот все, вот это их все. Вот это чел, фанат Марвела. Я ж не виноват, что не всем в этом мире дано быть умными, как я. Это не ко мне претензии. То, что тебя не пустили в секретные туннели, это говорит лишь об одном: ты дурак. Я был в туннеле. Я лично трогал древние рукописи. Я даже погонял Енисей среди туннелей. Ну, в туннеле меня называют Енисей Первый. Бля, чел присел, как красиво. Умер и сел. Ну чё, потанцуем или чё там? Давайте страх уберем, да? Не будем бояться меня, воина мощного. Подходим, девчонки. 24 женщины против одного мутанта, то есть сильного мужчины, спортика, меня. Да, жалко мне их. Играть они так и не научились. Опа! Вообще изи. Девять челиксов. Восемь. Next!
Походу меня интернет пинганул. Да, сука. Маслак, ты видел эту? Это же пиздец. У меня аж нога дергается теперь. Мне плохо, у меня давление поднялось. Это не победа, это моя победа. Ваш проигрыш, вы отсосали, это факт. Я выиграл. Весь чат, свидетели Иеговы, все видели. Да. Я тебе сказал. Выиграл? Я выиграл, да. 50 тысяч обещал, пожалуйста. Я выиграл, по факту. Я выиграл. Да. Я выиграл, чел.